Всем приветики. Я уже вам когда-то показывал такой пистолет, его распаковку и обзор. Он до сих пор у меня есть. Только от частых выстрелов, ну не частых, но довольно такого большого количества выстрелов, там уже все побелело, поржавело. И он, кстати, до сих пор работает. Классная штучка, на самом деле. Правда, когда с него стреляешь, нужно закрывать уши. Пистолет с пистонами. Это такой пистолет я покупал, ну, не сильно давно, сколько там, года два назад, наверное. Я уже точно не помню. Но у меня же были примерно похожие пистолеты и когда-то раньше, совсем давно, еще лет 15 назад. Например, был такой пистолет у меня. На пульках. Мне нравилось. Вообще, я любил пистолеты. Сюда заряжаешь пульки, закрываешь, заряжаешь и пошел. Правда, он уже поломанный, конечно. Но когда-то он работал. Приятно лежит в руке, на самом деле, такой здоровый, приятный. С таким пистолетом и в играх, в шутерах, на компьютере, в шутерах с таким пистолетом приятно бегать. Который выглядит точно так же. Он такой обычно серебристый, здоровый, стреляет так мощно. Классная штука. Это мой такой пистолетик был. И еще один такой пистолетик, типа как этот, тоже с пистонами, только у него открывается вот здесь вот. Здесь уже все перемотано, потому что оно уже все сломано. Но когда-то оно работало. И вот здесь тоже так открывало, сюда одевались пистоны. И нажимая на кнопку, можно было стрелять пистонами. Но мы тогда не знали про пистоны, я не помню, знали, не знали. Но раз здесь все чистенько, значит, не стреляли мы с пистонов. Мы просто, ну, использовали его как обычный пистолетик. Просто стрелялись без пистонов, потому что иначе здесь было бы все вот так вот. Все было бы печально. Раз он чистенький, значит, мы ее не использовали, мы просто игрались. И даже, может быть, даже в тот момент и не подозревали, для чего этот отсек нужен. То есть можно было с таким, мы даже сюда глушитель такой, типа, импровизированный приделали, от бинокля штуку надели. Вот, и раньше с таким пистолетиком бегали. Вот. Потом еще был у меня пистолетик. Вот такой. Я его тоже покупал, как обычный пистолетик. Он до сих пор работает. Здесь уже, кстати, плохо работает. Он как заедает уже. А здесь идеально работает, потому что мы его покупали просто поиграться. Он тоже с пистонами. Здесь все чистенькое, потому что мы не знали тогда про пистоны. Просто покупали, как обычный пистолетик, чтобы просто бегать и вот так стрелять. Нам, типа, интересно было. А про пистоны мы не знали. Пистоны сейчас тоже подходят. Он, кстати, идеальный. Такой новенький, чистенький. Ему, я не знаю, лет 15 или сколько уже. Да, больше 10 лет, потому что давно это было. Лет 15 или больше. И до сих пор он такой, как новенький. Ко мне уже изолента прилипла. И внутри, вот он, барабан. И он как новенький. Надевается сюда тоже обойма из пистонов. И тоже может стрелять. Оу! Ничего себе! Я только что выстрелил, и мне сюда в руку прилетело. То есть, что? Я только что стрелял сюда? Ну, по направлению в этот пистолет или в кровать, а мне в руку отдало, и, ну, не сильно больно, но чувствительно, как будто что-то ударилось. Хотя там ничего нету. Но мне что-то ударилось, не знаю, искра, что ли, так вылетела. А некоторые, кстати, сегодня мне в комментариях писали, что хотят купить такой пистолетик, чтобы поиграть в русскую рулетку. Русская рулетка это когда ты заряжаешь один патрон, то есть, получается, ставишь один пистон,
прокручиваешь барабан, поставляешь к виску и стреляешь. Если оно мне на таком расстоянии ударило в руку, чувствительно, не больно, но чувствительно такой чувствуется удар. То если поднести к виску, он так ударит, то это уже будет больно. Так что я думаю, это глупо подносить пистолет к виску, тем более, что я не ожидал. Я знаю, что оттуда вылетают искры, но то, что они могут ударить по руке, это для меня в новинку. Я даже... Это реально было неожиданно. Потом у меня есть такой еще пистолет. Это даже была такая винтовка. Мне нравилось, что здесь и патроны снимаются таким вот образом. И прицел снимается таким вот образом. И снимается рукоятка таким. То есть его можно полностью разобрать. Но в сборе он выглядит, конечно же, круче. Как такая жесткая винтовка. Такая винтовочка жесткая. 8-шутер, 8-зарядный. Пресс. Здесь была кнопочка, она нажималась, и отодвигался барабан. Она сломалась. Ну, соответственно, когда барабан отодвигался, оно открывалось. Сейчас, я не знаю, не сломать бы. Ну, а сейчас ничего не остается, кроме как отверткой на ту штуку поддеть и открыть. Вот теперь открывается. И здесь тоже у нас есть барабан. Как видно, вроде бы он не использовал, а может и использовал. Не, наверное, не использовал, но просто от времени так попортилось. Что-то выломалось, по-моему, мы с ним не стреляли. Здесь, потому что здесь тоже при выстрелах белеет. Вот как у этого, там все белеет со всех сторон. И барабан белеет, и там белеет. Все белеет. И даже снизу пружина поржавела, что делают эти выстрелы. А там все чистенько, черненько. Да, мы не стреляли. То есть даже такая штука есть с пистонами. И тоже стреляет. И здесь еще даже дуло снималось. То есть он полностью разборный. Вообще крутая штука была. Но мы тогда не понимали реально. Вот это было с пистонами. Винтовка такая. Пистолет был с пистонами. Револьвер был с пистонами, а мы не понимали. Просто бегали, стрелялись. Ну, просто щелкали. Так вот. О, а, лол. Это было неожиданно опять. Я забыл, что там пистоны заряжены. Ну, короче, вот так щелкали просто. Просто здесь еще... Вы-то, конечно, не слышите, а у меня все усугубляется тем, что у меня здесь маленькая, ну, замкнутая комната маленькая, и такое эхо идет, аж прям по ушам бьет. И прям неожиданно было, что такой выстрел. Ну и... Вот она, пушечка. Самое интересное, что она до сих пор рабочая. Это она работает на пульках. Если все отодвинуть, в принципе, можно каждый отдельно рассмотреть. Это был на пульках, это был на пистонах, такой пистолет. Это тоже на пистонах, это на пистонах. Ну, этот я уже показывал обзор. А это, автоматик, он и сейчас работает. Здесь можно прицел выдвинуть. Правда, зачем? Если так лучше, вон ты смотришь на мушку и стреляешь. Нажимаешь здесь кнопочку, выпадает обойма. Сюда заряжаешь пульки, целую обойму. А дальше вставляешь обойму. Кстати, а что там внутри? Так вот, заряжаешь патрон. И стреляешь. Самое интересное, что оно... Там что-то болтается, но это не важно. Самое интересное, что оно работает. Реально как настоящий. Заряжаем. Открываем, смотрим. Пульки там уже нету. Она внутри. Так даже можно прикалываться. Я так делал. Брал пульку, вставлял, заряжал. Потом подхожу к кому-нибудь, говорю, давайте я стреляю. Он такой, не надо. Я такой, да смотри, он же пустой. Он, пустой. То есть ты воздухом стреляешь? Я такой, да. А потом только так беру и
не стреляю. Жалко, не видно было, пулька улетела. Это чтоб было видно, нужно какую-то бумажку подставить. Ну, реально круто. Сейчас попробую сделать, чтобы было видно. Итак, вот она бумажка. Заряжаем пульку новую. Благо, у меня их целый пакетик. Я уже заранее позаботился. Заряжаем. Вот, пожалуйста, дырочка. Это серьезная такая штучка, и вот она пулька. Бумагу спокойно пробивает. То есть этот пистолетик, вот все, он уже лежит лет 15. До сих пор работает. Реально так приятно за него держаться, он такой здоровый. Заряжается как, прям как в играх, когда играешь, когда ты там обойму высадил, потом вставил новую, перезарядил и снова пошел. Реально оно вот ощущается мощно в руке. И вот дырочка пока только одна. Вот вторая. Работает. Работает. Родненький. Реально крутая штука. Его реально в руках приятно держать. Хоть так держи его. Но за обойму никто не держит. Вот так приятно. Приятнее его держать. Такая прям чувствуется. Вещь. Реально круто. И здесь больше ничего не разбирается. Ну, приятно, что он до сих пор работает, что мы его не сломали. Мы обычно все ломали. Вот как это сломали, как вот это... Мы любили все разбирать, ломать. А странно, что эта штука до сих пор готова пробивать бумагу. Вот такие вот пушечки у нас были. И есть. Как бы даже не влазит в кадр. Все, что маленькое, оно, конечно же, влазит. А большая не хочет. Вот это вся моя коллекция оружий. Одно из них до сих пор... Эти три уже не рабочие. Это работает. И эти два тоже работают. Эти на пистонах, это на пульках. Воздухом выстреливает пульку. Мы их называли воздушки раньше. Вот. Такая моя коллекция оружий. Ну, а на этом все. Всем покедова.